Улицу Антона Овсеенко в ее нынешнем состоянии самарцам лицезреть осталось недолго. Как только средняя температура за сутки станет плюсовой, то есть предположительно в начале мая, здесь стартует комплексный ремонт. Это значит, что старый асфальт срежут, и на его месте появится современное дорожное полотно. Также обновят тротуары, бордюрный камень, газоны, дорожные знаки. Всего на ремонт потратят 217 миллионов рублей. Работы, говорят специалисты, много, поэтому выполнять ее будут поэтапно. Так уже в прошлом году отремонтирована дорога дублер Антонова-Овсеенко. Теперь очередь за основной. Полностью преобразиться улица должна до 30 октября 2016-го. Улица Антонова-Овсеенко не видела комплексного ремонта еще с советских времен. В прошлом году руководством города было принято решение о включении данного объекта в план комплексного ремонта для полноценного восстановления этого важного объекта для городского округа Самара. Комплексный подход уже доказал свою эффективность. В прошлом году по такой же схеме обновили улицу Агибалова. В марте 2016-го она успешно прошла инспекцию. К ней нет ни одной претензии по качеству. Другой вердикт вынесли участку на улице Мичурина от улицы Чкалова до проспекта Масленникова. Его ремонтировали в 2013-м, и хотя гарантия на работы составляет 5 лет, дефекты появились раньше. Подрядчика обязали их устранить. В обследовании, проведенном в марте 2016 года, к сожалению, обнаружены разрушения асфальтобетонного покрытия на площади около 100 квадратных метров. По факту выявленных разрушений направлены претензии. Будем ждать устранения до 1 мая текущего года. Подрядная организация в рамках гарантийного обязательств обязуется будет выполнить устранение этих дефектов и разрушений при наступлении положительных температур. По гарантии ремонтировать дороги будут исключительно картами, так что с наступлением тепла эти магистрали должны полностью преобразиться. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, события.